Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня будет огромное количество сюрпризов. Алла Борисовна, примите еще один. Представьте себе, люди, не умеющие петь по-русски, хотя говорящие на этом языке, но не умеющие в силу того, что они всю жизнь пели по-английски, выучились таки петь на русском языке. Честь им и хвала! Парк Горького! Задержалась, а беда на вечный срок.